Вот хочу показать ситуацию. Остановил полицейский мотоциклистов двух. Вот. Ну, одного отпустил, второго досматривает. То есть как бы нет-нет, но все равно проверки идут. То есть у них по связи здесь стоит будка полицейская. Ну, вон там, вон видно, вот она. Полицейская будка с солнечной панелью, и там сидит наряд. Ну, и они здесь патрулируют, как бы. Приходит разнарядка, например, там, на таком-то мотоцикле, такой-то рубашке, потому что они могут, например, с фавел выехать, там фавела, грабануть кого-нибудь на мотоцикле. Ну, здесь их где-то берут рядышком, досматривают, отпускают, как бы, если ничего не нашли. Ну, вот, потому что все-таки тут туристическая зона, обеспеченные люди живут и рискованно. Ну и вот полицейский как бы все это дело вынужден рассматривать, проверять, не угнан мотоцикл там и так далее. Ну, это правильно, да. Работа опасная, потому что бандит, как правило, если он вооружен, он стреляет от страха. Начинает паниковать и... Ну и вот как бы вот так. Так что, выйдя из дома, вроде бы в благополучном районе, да, живя, можно до пляжа, в общем, там и не дойти, казалось бы, эти 100 метров. Поэтому это все-таки риски. На пляже не грабят, потому что, в принципе, с пляжа уходить проблематично. Ну, там полицейскому сообщишь, например, кто-то по телефону позвонит, а тут они все время на машинах патрулируют. Поэтому с пляжа в песке, там, пока ты побежишь туда, сюда могут тебя полицейские на машине накрыть. И поэтому бежать туда или туда по песку, там, или по кромке воды, ну, это трудно, ты устанешь бежать. Поэтому они стараются грабануть и куда-нибудь в район сюда нырнуть. Ну, вот, видимо, получили разнарядку какую-то, что-то. Поэтому патруль вот здесь вот вижу, там дальше полиция вот там вот стоит. Видимо, кого-то тут это... подсматривают. Ну, вот такая ситуация. Температура упала, 26-27 градусов, не так жарко, как вчера. Море, в принципе, спокойное сегодня. Завтра мы уже уезжаем. Ну, так что еще сегодня поплавать хотел. Вот такая вот работа непростая у полицейского. Все это экипировка, бронежилет, жарко. Тяжело, конечно. В Рио бывает температура до 45 градусов доходит. 42, там 40. В это время зимой, ну зимой, это имеется в виду зимой в России, жара такая. Ну все, отключаюсь.